трюки покажи, какие ты умеешь трюки делать. Воф-воф! Я могу ехать вперед, могу назад, а могу и какой-нибудь сделать трюк. А мне просто нравится кататься на карусели. А теперь мне пора скатиться с горки. Эй, вжух! Малыши, если вы проголодались, то вас ждет обед. Вкусняшки! Конечно! Ням-ням-ням-ням-ням! Ммм, какая косточка! Ммм, какое вкусное печенье! Ой, я так рада, что вам нравится! А давайте теперь я вас всех причешу! Какой у нас сегодня хороший, ясный, солнечный день! А главное, у нас новая собачья площадка, на которой мы вместе с вами можем играть! Ваф, ваф, ваф! Привет, девочки и мальчики, а также их родители. Сегодня в нашем выпуске конструктор Lego Friends, игровая площадка для щенков, для детей от 4 лет. Как весело и интересно гулять со щенками. Мия из Харт-Лейк-Сити решила привести своих питомцев на игровую площадку. Здесь они могут скатиться с горки, покататься на карусели или делать трюки на скейтборде. А если долго гулять, то щенки могут проголодаться. Для этого у Мии заготовлены косточки и вкусное собачье печенье. А теперь мы посмотрим и соберем этот конструктор. В наборе 2 пакетика, основа под горку, сама горка и инструкция, по которой нужно собирать. Откроем пакетики, высыпем все детали и соберем. Крупные детали я отложу в сторону. И будьте осторожны, много очень мелких деталей. Самый первый соберем Мию. В левой руке у нее розовая расческа. Белому песику розовый бантик, а коричневому фиолетовый. Скейту нужно всего лишь прикрепить колесики. Эй! Скейт для собак, а почему бы и нет? Это розовая миска для собак. Косточка и печенька. Ням-ням-ням! Продолжаем дальше. Настала очередь и зеленой пластины. Пора сделать горку. Обратите внимание, что эта деталь несимметричная. Желтая лестница. Щелк. Вау, какие красивые цветочки! Самое главное установить горку. Прикольный значок. Горка только для собак. И флажок. У меня осталось еще несколько запасных деталей. Цветочек, очки, 2 бантика, печенье и косточка. Классный набор. Очень симпатичные персонажи. Функциональные. В него интересно играть. Наборчик хоть и маленький, но очень интересный. Очень продуманная площадка для собачек. Я думаю, понравится любому. На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальчик вверх. Подписывайтесь на Instagram. Ссылочка есть всегда под видео в описании. На этом все. Пока-пока.